У нас есть видеоматериал. У нас, во-первых, нигде законом не предусмотрено, что мы должны прямо сейчас на коленке подписать акт. Вот мы делаем все, отснимаем, все фиксируем. Часть членов комиссии присутствует. Потом в конце рабочего дня мы все собираемся, отсматриваем материал, слушаем наших экспертов и приходим к определенному выводу. Если они говорят, что мы потом приезжаем с бумагами и заставляем подписывать, внося ложные сведения в документы, они глубоко заблуждаются. Подписывает специалист по доверенности, в частности, тот вот гражданин, который там на лавочке сидел, курил. На него есть официальная доверенность, он все подписал, никто ему руки не держал. Он взял, прочитал документы, подписал все документы. Есть и люди, и свидетели, все, кто с нами присутствовал. Но сейчас я так понимаю, он говорит, что он не подрядчик, а просто... Но на него есть доверенность. А он какие документы подписал? Акт с замечаниями выполненных работ, то есть что мы первично увидели здесь. Потому что вот часть замечаний исправлена, часть нет. Да мы прямо на камеру, когда они говорили, что мы заставляем их, вносим неправильные данные в документы, заставляем их подписывать. Мы прям все открыли, все эти акты, на камеру все подписали, показали. Потом они предъявляли претензии, что часть членов комиссии здесь нет, но мы не обязаны все ездить. Потому что, говорю, комиссионно часть выезжает, часть остается на месте, потому что у нас объектов много, все работают. Мы же не можем все бросить и убежать сюда.